1 сентября. Для меня лично это как взгляд в прошлое и взгляд в будущее. Для меня 1 сентября День знаний не так актуален. Вот. Но для кого-то еще учеба дальше продолжается, потому что нужно будет написать, как вы провели этим летом. Вот. Много мыслей по поводу 1 сентября, но это будет просто короткий очередной ролик, чтобы что-то было, в общем, какой-то контент на моем канале. Я не знаю, как проходит 1 сентября в нидерландских школах. Может, у них не принято идти на первую парту с цветами вот так вот и так далее, как это происходит, в общем, в латышских школах. Но тема образования – это всегда актуально, особенно когда большинство из вас любит спорить о том, что образование, оно вообще не нужно было, а нужно было сразу идти работать, а не учиться. Вот, потому что многие говорят, что зачем мне образование, где оно мне пригодится и так далее. Ну, как-то так, вот такой хотел, в общем, небольшой ролик запилить для своего канала.